Сейчас я вам расскажу, что будет в следующей серии проекта «Пацанки». А именно, девочки будут разбирать отношения со своими мамами. Но для кого-то мама – это ресурс, для кого-то мама – это поддержка, для кого-то отношения с мамой – самая большая травма в жизни. Кроме разбора отношений с психологом, к девочкам еще мамы приедут, и у них будет совместная деятельность. У них будет фотосессия с этим знаменитым фотографом, который тоже, кстати, снимает блоги о пацанках. Но мамы приедут не ко всем, к одной девочке, а именно к Тине Франк, мама не приедет. И это ужасно, когда всех девочек поддерживают, когда все девочки имеют возможность разобраться в своих отношениях. Тина остается совсем одна. Мне ее настолько было жалко, но... К ней все-таки приедет гость. А кто это будет, увидим в выпуске. И, конечно же, всех интересует вопрос, вернется ли Белла. Так давайте поможем ей вернуться. Организуем флешмоб. Напишем под этим видео в комментариях. Верните Беллу. Мне кажется, достаточно, чтобы каждый написал хотя бы одну фразу. И тогда Белла вернется. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.